Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в Uncharted 4 Путь Вора. Ребята, это Сэм, брат Дрейка, и он бежит из тюрьмы. Мы думали, что он погиб, но на самом деле его подлатали, и он сейчас с наркобароном бежит из тюрьмы. Сегодня, как оказался здесь. Сэмюэл, живей. Некогда, нам нужно идти быстро. Ну, нифига себе. Ну, так тебе нифига себе. Пришли люди какие-то, которые помогают сбежать. Так, тихо. Господи, эти люди садисты. Мы избавим мир от них, а? Вот, понадобится. А надо, что ли, брать? Ты помнишь, как надо стрелять? Ну, как-нибудь вспомню. Вспомню как-нибудь. Гектор, тут же вспыхнет настоящий бунт. Именно. Таганло. Давай, открывай, все камеры откройте. Так, началось, ребятушки. Надо аккуратно выбираться. Все, я не отстаю, иду с вами. Забираем патрончики, идем. Это у Сэма сейчас реально появился шанс выбраться отсюда. Да как так-то? Не туда. Вон наверх надо. Так, это свой, что ли? Ну-ка, подожди. Надо патронов насобирать. Нарываемся, парни! Тихо. Куда они там стреляют? А, вон они наверху стоят. Я, по-моему, вообще ни в кого не попал еще ни разу. Ну ладно, хоть пацаны нормально стреляют. Давай, бежим. Притормози немножко, чтобы взять патроны. Так, и укрыться за столом. Вон они заходят. Кто там? Ах ты! Да ты чё? Ой, хорошо, что он мне помог. Красавчик вообще. Так, мне надо спрятаться. Готов. Этих тоже наверху. Там вон еще, вот он стоит за колонной, все. Еще где-то. А, это нормальные, это просто сидят там. Видишь, план работает. Да, вижу. Вот, уже поинтереснее. Так, выбрать пистолет. Нет, пистолет нам не надо. Автик есть, зачем пистолет? И что теперь? Estamos en posición. ¿Están listos? Sí. Busquen donde cubrirse. Сэмюэл, найди укрытие. Что? Зачем? Подожди, сейчас что-то будет, рванет, походу. Ну-ка, садись. Зачем вопросов, куда столько много-то, а? Все нормально. Сказали же, найди укрытие, значит, надо было спрятаться. Las camionetas están en camino. Хорошо. Este gringo. Так. Идем, пробираемся. Опачки, аккуратненько. Ну-ка, пацаны, вы не дерзите там сейчас. Сейчас. А чё, все, патроны закончились? Только на пистолет остались. Да хорош, ты чё так сильно стреляешь-то? Вот и все, разобрался. Так, другой автик. О, зато патронов много. Идем, братва. Я что-то уже самый первый, что ли, бегу. Я-то не знаю, куда ломиться. Ах ты! Ты откуда взялся-то? Чё тебе надо от меня? Вот, хорошо, еще патронов заберем у него. Бежим. Так, нажмите крест, чтобы прицелился, чтобы сменить плечо. А, вот так крестик можно, понял. Раз, плечо поменял. Да где там? Все, ребята, выходим. Так, тут что-то открытое место, ну-ка дай-ка разберусь я с ними. Да куда ты стреляешь-то, а?
Попади хоть в кого-нибудь. Бесполезная трата патронов. Ладно, вроде попал. Так, это наш? Нет, это наш. О, готов, отлетел сразу. Да вот он же. Блять, все нормально будет. Все, можно вниз идти. Ну-ка, надо патронов понасобирать. Ребята, подождите, я патронов соберу. Да бегу, бегу, сейчас. Зовут меня очень быстро они. Надо им бежать быстрее. Сейчас, ребята, без патронов я не пойду. Как, опять прячься? Стой. Давай. Да давай, сажусь я. Да куда ты спрячься нормально? Сейчас рванет. Откуда они там идут? Ах, вы здесь что ли, ребята? Нифига себе. Вот это задачка. А чё я открытый-то получился вообще? Пацаны спрятались, а я тут... А я тут не спрятался, нифига. Ну-ка, нифигашечки, на, лежи уже, все, хватит, отдыхай. Ты тоже. Есть, готов, вот тут еще один. Да куда ты там залез, ну-ка, все. Так, патроны. Ну что там они, ребята, что делают-то? А то говорил, пригнитесь, пригнитесь. Я уже пригнулся. Давай. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, идем. А куда они ломанулись? Сюда. Так, здесь открыто. Все, на улицу вышли. Я с вами, ребята, подождите. Давай, 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 я сейчас спрячусь. И что нам теперь делать? Прошивает, смотри. Так. Ничего не выйдет. А, он с пулеметом. А что надо сделать-то? Придется ломиться туда быстрее к нему. Давай хоть кого-нибудь, может, раскидаем здесь, а? Ой, все, тихо. Тихо. Все, кто-то долбанул его. Все, можно идти, пошли. Вот так, пацаны быстро действуют, молодцы. Опять наверх, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, рвануло. Алькасар, давай быстрее туда. Так, здорово, чуваки. Перила сломали только зря. Оп. Так, ты что такой живучий-то, а? Ну-ка, еще один. На. Так, камон, забудь о них. Давай, пошли дальше. Я прячусь, все. Бабах. Куда ж ты, братишка, вниз улетел? Стоп, а здесь где-то мы уже бегали, по-моему, да? Я тоже ползу, подожди. Бегу, нам надо быстрее ломиться. Все, садись, уезжаем. Кто за рулем? Пацаны за рулем. Так, попить обязательно. Держи, Сэмюэл, пей. Нет, спасибо. Мне сейчас ничего не надо. Давай, ты обезвожен. Вот, пей. Спасибо. Добрый такой дядька попался, а? Куда теперь пойдет Сэмюэл Дрейк? Барон. Да, куда же я теперь? Приму ванну. Сплю в настоящей кровати. Может, подцеплю себе хорошую бабенку. И найду своего брата. По-моему, неплохое начало. Да, ты прав. Ну, а сколько могут занять поиски сокровища Генри Эвери? Да кто его знает-то? Я не знаю, нужно добраться до Штатов, а там видно будет. Сколько?
Там в Штатах получается все сокровище. Ну, я пока еще не начал. Но ты же знаешь, где оно? Ну, да, знаю. Просто... Слушай, Эвери же не оставил нам карту с большим красным крестом, ясно? Но у меня есть хорошие зацепки. Так, что такое? Так, так. Погоди, минут. Сейчас меня пытать будут. Тихо, тихо. Серьезный дядька, да? Ты мне нравишься. Похоже, Сэм встрял. И главное, я тебе поверил. Потому ты и здесь. Я все найду. Мне просто нужно время. Да, Манку, чая. Видишь ли, какое дело? Меня теперь мучают жестокие сомнения. Так. Гектор, послушай. Я все найду. Клянусь тебе. Сколько? Полгода. Люди ленивы. Они всегда просят больше времени, чем надо. 3 месяца. За 3 месяца не... 3 месяца. Мне половина. Справишься? Говори. 3 месяца. Тебе половина. Так. Если ты будешь прятать от меня клад, или чего доброго побежишь сдаваться в полицию, я узнаю. Я подкараулю, когда не ждешь. И тогда ты будешь умолять меня о смерти. Встрял Сэм. На, попей. Вставай. Самый ближайший город в 10 километрах туда, в сторону солнца. На, денег. Давненько ты не видел восхода солнца. Амадшиси. Ну, встрял жестко вообще, все, как попал. Как мне тебя найти? Я сам тебя найду. Потом. Не бойся. Придет время, я сам к тебе явлюсь. Да, точно. Буэнос Вертис, Амел. Вот так связался с мафиозами. Вот, Алькасар меня отпустил, и... И я здесь. Плохо дело. Ну, мы просто пойдем по тому же следу и... По следу? Сэм, да нет никакого следа. Когда мы с Рейфом удрали, он купил всю землю вокруг собора Святого Дисмоса на папочкины деньги. Мы там все прочесали. Сокровища Эвери нет. Хотя Рейф вот не сдался. Все эти годы копает, придурок. Ничего не накопал. Я не удивлен. В смысле? Ну, я просто тоже немного покопал. Ну, что, есть все-таки сокровища? Ну, и... Вряд ли у Рейфа есть это. Крутая штука, интернет. Такое можно найти. Вот. Так это крест, просто который у нас крест есть. Крест Святого Дисмоса. Просто тот, что мы нашли, был разбитый и пустой внутри. О, а это целый. Эвери сделал их несколько. Да. Чего не было в том, что мы нашли в Панаме? Наверняка до сих пор есть в этом. Угу. А где его найти-то? Ну, круто. И где же он? Где он? О, этот истинный шедевр пустят с молотка через 3 дня в поместье Росси. Поместье Росси. Ты о нем слышал? Ну, да. Как ты собираешься добыть приглашение? Надо на выкрасть его. И охраняемый нелегальный аукцион. Ну, приглашение не так уж необходимо, правда? Да. А где ты возьмешь денег, чтобы перебить все ставки? Я могу перезаложить дом, и все равно этого не хватит, чтобы. Ясно. Ты его украдешь. Не я. А мы? Нет. Нет, Сэм, я не могу. Я завязал. Что? Нет, как завязал? Все, я больше такими вещами не занимаюсь. И потом, у меня полно контактов, которые гораздо лучше с такой задачей справятся. Это кто? Ну, не знаю, вот... Господи. Да хоть Чарли Каттер.
Нет. Вот, к нему я с этим бы и пошел. Ни в коем случае. Я не доверю Чарли и прочим гражданам из твоего телефона свою жизнь, ясно? Мне нужен ты. Ну, должен же быть и другой вариант. У меня слишком мало времени. С Алькасаром нельзя шутить. Но у Сэма реально мало времени. Давай, думай быстрей. Милая, это я. Привет. Да, слушай, ты не поверишь. Что? Джеймсон только что привез разрешение. Надо? Здорово. Да. Неожиданно. Знаю, но... В общем, похоже, я все-таки лечу в Малайзию. Все-таки лечу. Никуда он не делся. Что там видно? Ну, как водится, шайка благородных жуликов при полном параде. И пока никакого Салливана. Но время еще есть. Хранилище у них находится в доме, за тем особняком. Тебя оттуда видно? Только самую верхушку. А. Вот бы поглядеть, что они там прячут. Нам нужен только крест пирата Эвери. Неужто не хочется принести жене безделушку? Смешно. Не усложняй. Ладно, понял. Было бы не так сложно, будь мы с тобой вдвоем. Сэм. Мы бы уже туда пролезли. Вопрос как? А ты хоть придумал запасной план на случай, если Салли нас подведет? Салли нас не подведет. Он не подведет. А если его поймают? Сэм, он знает хозяев аукциона. Сейчас он там со всеми раскланяется, поднимется наверх и откроет нам окно. Все схвачено. Ну-ну. Так, короче, говори прямо. А если он смоется с крестом? Да никогда в жизни. Виктор Салливан? Мы об одном человеке говорим. Да, он подставлял напарников, но не нас. Но не тебя. У вас не всегда были разногласия. Мягко говоря. Но я ему верю, как себе. Он мне родной. Нет, слушай. Я хочу, чтобы ты ему поверил. Надо верить, Салли всегда помогает нормально. Он все сделает как надо. Рано или поздно. Но надо же на всякий случай подготовиться и к тому, что делать, если... Вот, не будет других таких случаев. Ты что, все, Салли сейчас все сделает. Видишь? Верь. Смокинг не запачкай. Спасибо. Кто был когда-то вором. Так, ребята, это уже будет в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новом видео. Всем удачи и всем пока!